У Донецьку впродовж дня зберігалася напружена ситуація. Повсюди в місті було чути вибухи та залпи з важкої зброї, повідомляє сайт міськради. Хоча ще зранку в місті було тихо. На сьогодні частково знеструмленими залишаються кілька районів. Після бойових дій вийшли з ладу дві котельні. Без тепла майже 50 житлових будинків. Що зараз відбувається в місті, розповість наш кореспондент в Донецьку Роман Гнатюк. Романе, вітаємо тебе. Розкажи, як змінилася ситуація в Донецьку на вечір? Несколько часов последних было тихо, и вот примерно минут 10-15, как снова возобновились обстрелы. За сутки погибло один гражданский, еще 9 получили ранения. Насколько мне известно, информацию я получил от Министерства обороны самопровозглашенной республики. Романа, а что кажут местные жители стосовно того, кто саме веде обстрелы міста? Информация довольно противоречивая, но вот в частности я был на 63-й школе, печально известной. Там очень хорошо видно, откуда прилетел снаряд. Он прилетел со стороны аэропорта, то есть из-за него, скорее всего. То есть, к сожалению, в данном случае можно предположить, что снаряд прилетел приблизительно из Авдеевки. А які настрої зараз панують у Донецьку? І чи не збираються місцеві жителі залишати місто після того, як активізувалися бойові дії? Мне удалось пообщаться с жителями Киевского и Куйбышевского района, в частности, микрорайона Октябрьский. То есть настроение у людей доходит даже до того, что они задают напрямую вопрос, когда Путин ведет войска, чтобы их защитить. Так, дійсно. Дякуємо, Романе, за те, що вийшов з нами на зв'язок і розказав про те, що відбувається в Донецьку вже надвечір. А у мене вопрос, Роману, ви за те, що Путін вів війська, щоб защитити жителів Донецька? Можна Романа спросити? Мені от інтересно. Можна? Романе, чуєш нас? Да, я вас прекрасно слышу. Я за то, чтобы обе стороны отвели свои войска и прекратили стрелять друг в друга. Я за то, чтобы не гибли люди. Я за то, вы чтобы... поддерживаете ввод российских войск на территорию Донбасса? Вот, Роман, мне просто ваше мнение. Вы гражданин, я гражданин. Мне интересно спросить. Журналисты, и мы высветливаем информацию. Ну, мне мнение, но можно все-таки же интересно. Интересный человек. Это же важный вопрос. Вот он спросил одних жителей Донбасса, а других жителей Донбасса, может, тоже надо спросить, которые говорят, подождите, а почему у нас вообще стало возможным, что на нашу территорию пришли танки, пушки, грады с российской территории? Почему это вообще происходит? Там таких нет жителей? Или этих жителей его не спрашивали? Я опрашиваю всех жителей, с кем мне удалось пообщаться, кто остался. Есть некоторые, которые уже разуверились в республике, которые готовы пойти на договор с кем угодно, лишь бы прекратить обстрелы, вернуть мирную жизнь. Но стрельбу в них не поддерживает никто. Ой, у нас обірвався зв'язок. На жаль,